Здравствуйте, друзья. Мы тут с Анной Леонидовной возвращаемся из продуктового рейса. Вот у нее там, ну покажи кулечек, покажи. Ну там есть. Там их два. В общем, возвращаемся. И вспомнил я одну приинтереснейшую хохмочку, о которой хотел вам рассказать. А вот Анна Леонидовна поделится мыслями о том, вообще, что она себе думает, потому что она еще не знает, о чем я рассказываю. Она не знает. Пишет мне человек, причем он не просто пишет, а в скайпе присылает мне сосканированное письмецо от компании, рекрутинговой, видимо, которая там куда-то его пытается пристроить. И они ему написали, я вот дословно не скажу, там дословно тоже красиво сказано, но мысль такая, они говорят, пришли селфи, так. Пришли селфи, на котором ты и твое ID. Это что-то новенькое. Это абсолютно новенькое, то есть чего мы только, друзья, тут за эти годы не повидали. Вот, особенно последнее время, когда такая паранойя идет там по части разрешения на работу, какое разрешение. Сейчас вот со многими разрешениями на работу вообще сложно искать работу. Но чтобы сказали вот, вот так. Мне кажется, это какой-то у них новый сотрудник, и он решил проявить инициативу. Личную, да. Очень не похоже на Палоси компании. Вот как Палоси мы такого еще не видели, да, но вот это первый случай. Но уже несколько лет, например, практикуется, когда говорят, дайте последние 4 цифры вашего номера социального страхования. И поначалу я думал, что, наверное, смысл просто в том, что у многих людей номера нет, а они ходят, там, идут на рынок и там голову морочат. Ну, там, типа, кто-нибудь их найдет, рабочую визу сделает, например, полюбит. Знаешь, как это вот, сначала я ему рожу, а потом он на мне женится. Ну, такого плана. Вот, и он, значит, вот они идут на рынок, чтобы кому-то понравиться, а те потом, глядишь, им сделают рабочую визу. И чтобы от них как-то вот, значит, отделываться. Угу. Вот они говорят, дай 4 последние цифры твоего номера социального страхования. И если человек начинает лезть в бутылку, ну, типа, да это нарушение моей privacy, там, или еще что-то. Они говорят, все понятно, значит, у него номера нет. Но в последнее время я обнаруживаю, что они используют эти 4 цифры. Каким образом? Используют их таким образом. Они, рекрутер пишет, поскольку я референс иногда даю, они пишут email. Иногда просто звонят, тогда до этого не доходит. Хотя тоже бывает, сейчас расскажу. Но они пишут email и говорят, вот, пожалуйста, мы хотим от вас получить информацию на такого-то, такого-то. Значит, вот его фамилия, вот его имя, вот последние 4 цифры его social security number. Чтобы я мог, например, у себя в базе данных, да, там в каком-нибудь HR, да, его пробить по последним 4 цифрам. То есть в этом есть некий такой смысл при последующем получении референсов. По телефону иногда разговор такой. Они говорят, вот там мы звоним, чтобы проверить, работал ли у вас такой-то, такой-то. Значит, если хотите, я могу дать 4 цифры последних его social security number. То есть они его используют как такой уникальный... Идентификатор. Внутри компании, внутри компании, при контакте с этой компанией. Угу. Поэтому, в общем-то, такая вот... Это неплохо, кстати, да? То есть. Вот. Во всяком случае, это не страшно, ничего такого. Это не вопрос privacy или там security, там, или чего-то. Сейчас все деньги со счета снимут, нет. Но... Это, на самом деле, частый вопрос в банках, там еще где-то. Да. Просто тебя, чтобы как-то идентифицировать, действительно. В банке 4 цифры спрашивают? Да, последние 4 цифры там. А что же они все не спросят? Не хотят все, хотят последние 4. Там, когда пароль меняешь, например, там, или как security какой-то там. Меньше знаешь, дольше проживешь. Ну, вот. Потому что, когда ты просишь весь номер, это уже серьезный вопрос. Да, друзья. Я просто хочу сказать, что к ситуации, когда тебе говорят, есть там грин-карта, говорят, есть, говорят, ну-ка сосканируй и пришли, да? Uh-huh. Это норма, это как бы со всех сторон такое. Вот, но и когда ее сканируешь, надо номер замазать. Замазал номер и послал им, чтобы номера у них не было. А так, чтобы было видно, что это ты, вот все. А здесь они говорят, вот карт так покажи, но если ее вот так покажи, то с номером-то что делать? Тогда надо его просто, может быть, заклеить там чем-то. Так там же и не читаемо ничего будет. Это ж какая должна быть селфи, чтобы там номер разглядеть на твоем ID, если ты его рядом держишь?
Ну, если увеличить, я не знаю. Я не знаю, но лично я бы посоветовал вот там взять бумажку с клеем сзади, да, как у нас здесь. Я думаю, это стикеры. Они из-за фотографии, они хотят сравнить. Они хотят фотографию, а номер им не нужен. Поэтому я бы номерочек все равно подклеил. Так что, друзья, ну, в смысле, закрыл. Так что, друзья, вот такие нынче тенденции в области устройства на работу. Счастливо!